Доброе утро. На улице сегодня дождь, полное отображение погоды. Как настроение в душе. Просто хочется выть и просто хочется кричать от страха, от всего. Как бы так поставить камеру? Сегодня так получилось, что я пришла чуть-чуть позже на работу. И придя минут через 10, в городе начались артобстрелы, как написали в новостях Телеграма. Все это было в нашем районе. Мне просто повезло в плане того, что я уже была на работе, потому что как бы уже все вместе, что бы я делала на улице, я вообще не знаю, таких убежищ как бы оборудованных нет, куда прятаться, что бежать, особенно если слышишь, что оно где-то здесь поблизости, то становится вообще очень страшно. Прятались, конечно, испугались, начались, ну, никто не ожидал такого, что будет так очень громко. Вообще никто не ожидал, что будут обстрелы. В городе вообще пишут, так давно громко не было. Ну, кроме тех районов, которые есть под обстрелами все время, вот так сказать. А здесь прям в центре города, ну, практически в центре города, район наш был, получается. В общем, было очень страшно. Мы с девочками попрятались. Кто, у кого нервы послабее, попрятались в душевой комнате. Некоторые сидели, работали. Ну, может, нервы покрепче, может, понимали, что оно не совсем так уж рядом. Но было очень громко. Окна открыты, поэтому такая некомфортная ситуация была. Ну, как некомфортная, даже страшная. Это я как бы так смягчаю все это дело. Страшно было. Давно я не слышала. Вернее, так скажем, в городе я не слышала вообще таких взрывов, вот покуда с того момента, как начала ездить на работу. А дома, когда вот мы были, слышны мы такие звуки, знаем, как это. Просто это было очень давно. Вот, в плане чего. И мы, конечно, перелякались. Особенно, как если не дома, то ощущение незащищенности, вот, ну, ты понимаешь, что тебе некуда прятаться, и ты далеко от своих родных, вот, скажем так. Ну, воздушная тревога была, потом думаю, закончится воздушная тревога, поеду домой. Закончилась воздушная тревога. Не поехала домой, страшно вообще выходить на улицу. Не знаю, а вдруг я буду идти, опять начнется, короче. Не знаю. Как-то страшновато. И как домой ехать? В общем, здесь все сидим. У нас второй этаж здания под крышей. Толком нельзя назвать это укрытием. Домой позвонила. Коля говорит, спускайся вниз. Иди, стой там. На первом этаже, а толку стоять, если там открытая местность. В общем, короче, не знаю, что делать, куда идти. Нужно до метро, к метро идти. Такие вот дела. Вчера чуть-чуть навела красоту. Война войной, а девочки такие девочки, как говорится. Вчера чуть-чуть навела красоту, спрятала пробивающийся возраст, если это так. Какой наш возраст? Ну, я его спрятала, замаскировала. В общем, чуть-чуть подкрасилась. Цвет получился у меня такой очень светленький. Ну, в принципе, я довольна. Думала, будет хуже. Думала, будет вообще такой желтый. Но нет. Светленький такой цвет. Началось опять, сижу возле окна, началось опять быть сирена. Так,
Так, ладно, надо уходить от окна, заканчиваю видео. После такой погоды, точнее сказать, не погоды, у нас выяснилось солнышко. И очень даже так хорошо разошлись облачка, эти серые тучки на небе. И как бы как никогда метеорологи были правы. И это большая редкость. Что точный прогноз на завтра мы узнали не послезавтра. Вот как было сказано, что после 6 выяснится солнышко. Так и выяснилось солнышко. Тучки разошлись, небо голубенькое. Вот. Ой, даже и не видно. Вот, голубенькое. Голубенькое небо. Думаю, сейчас покажу голубенькое, оно все серенькое. Я уже пришла домой. Как сказать, страшно было, когда стреляли, потом уже было не страшно. В общем, просидели на работе, проработали целый день. Ехать домой, ехать тоже страшно. Ну, посмотрели в телеграм-каналах, воздушная тревога не объявлена. Быстро давайте ехать. Ну, все, я, конечно, на электричку бежала. Многие девочки у нас на электричку ехали. В общем, уехали мы с работы, все в порядке, доехали, все в порядке. Так что поспевает у нас, кстати, малинка. Ой, вышла чуть-чуть пощипать, там мокро, слизняков налезла на эту малину. Как они не боятся высоты с такой земли. Поналазили прямо аж на самый верх, едят малину. Говорят, что нужно для слизняков ставить пиво. Тогда они алкоголики, и они сползаются на пиво. Но я не знаю, как в малине, спасет это или нет. Но в клубнике ставили, спасало. Эти слизнячки такие, ну, улиточки без панциря, как их так назвать. В общем, спасало. Денечек сегодня пережили. Слава богу, все в порядке. Ой, смотрим с надеждой в будущее. Ну, прям не верится, что после такой непогоды, после такого дождя, после такого хмурости и сырости, вот такое стало голубое небо. Ну, температура, конечно, у нас сегодня спала. Она сегодня, по-моему, 21. Свежо так, прохладненько, в общем, хорошо. Ну, прям красота же. Ветерочек такой дует. Боже, ну просто. Свежесть, класс. После такого дождливого дня еще удалось посмотреть на закат солнышка. Оно уже село, садится вот такой оранжевой дымкой. Оранжевыми облаками. Всем желаю мира, добра. Всем пока.